Всем большой привет! Провожу эксперименты с солнечным обогревом. Сейчас показываю температуру, которая внутри концентратора. Вот 109,2, 108, 107,1, 107,0. Солнце уже заходящее, 104, больше 100 градусов. 104. 103. Солнце скрывается за тучами. Вот когда выходит, температура на термометре. Вот он 106, 107, 109 градусов, 110,9. Видите, да? 112, 113,5, 115, 115,2. 115,3, 115,4. А идея простая очень. Использовать лампу с отражателем автомобильную. Вот она, старая лампа. 115,2 температура. А вместо лампочки стоит у нас термометр. Вот 115,7. Я навожу на солнце. И эта температура у нас внутри на термометре. Термометр помещен вместо лампы. Вот он, кончик термометра. То есть с помощью вот этих вот... И стоит стекло. С помощью вот этих вот концентраторов, которые работают наоборот, можно делать всякие теплотехнические вещи. Если мы на конец термометра поместим тепловую трубку, сюда введем, то у нас получится солнечная печка. Спасибо всем за внимание.